Всем привет! Зелень для дома или офиса своими руками. Приглашаю взглянуть на очень простой процесс создания. Потребуется любой иранский, корейский, китайский или турецкий фоамиран, кроме зефирного, толщиной 1 мм. Два отреза шириной 16-17 см и длиной 60 нарезаем иголочками, ширина каждой миллиметров 8. Обрезки фоамирана используем на чашелистики для детских цветочных украшений. Тонировать фоамиран можно масляными красками, пастелью. Я использую акриловые. Они легко наносятся, очень быстро сохнут и придают травинкам природный блеск. С рук смываются очень легко. Утюг на максимальном температурном режиме. Придаем форму каждой травинке, истончая и выпрямляя кончик. Удобно на этом этапе каждый отрез разделить на две равные части. Красным цветом пройдемся по краям. Травинки станут реалистичнее. Скрепляем каждую травинку у основания термоклеем. На первых в сборке двух отрезах сделать нужно это чуть больше, на последних двух чуть меньше, если хочется видеть куст более пушистым. Покрываем травинки прозрачным акриловым лаком, так им легче будет держать форму. Лак сохнет моментально. Собираем куст на зубочистку и термоклей. Травинки первых двух отрезов по 30 см скрепляем более плотно друг к другу, вторые два менее, в зависимости от желаемого объема и пышности, нанося клей только на основание травинок.
Для крепления я использую пенопласт и кусочек фоамирана. А вот и все, моя декоративная зелень готова. Смело такие кустики можно при загрязнении мыть проточной водой. Раз мы столько времени проводим на кухне, так пусть она будет красивой и уютной, и созданный своими руками декор улучшает настроение. А на сегодня все, буду рада вашим вопросам, советам и пожеланиям, с удовольствием отвечу. Надеюсь, что видео понравится, окажется оно полезным, и вы в комментариях оставите пару слов для меня. До новых встреч, пока-пока!